Подвигов наших героев говорим и вспоминаем сегодня. Одним из главных символов Дня Победы считается Георгиевская ленточка. Акция с одноименным названием проходит в нашей стране с 2005 года. С этого же момента к ней присоединилась и Югра. Волонтеры ежегодно начинают раздавать памятные ленты югорчанам за две недели до 9 мая. В Покачах тем временем для участников клубов «Активная жизнь» и «Молодые семьи» провели мастер-классы по изготовлению символа Великой Победы. Такая изобретательность наверняка не раз бы пригодилась в военное время. Перед участниками мастер-классов в Покачах стоит боевая задача – без ниток и иголки сделать брошь из ленточек. В помощь только зажигалка и клеевой пистолет. Смотрите, здесь короткая, а здесь длинная. Видите, а нужно, чтобы одинаково было. Вот. Чтобы концы были одинаковые приблизительно. Теперь пополам. Складываете пополам. Отгибаете. Ведущая мастер-класса Наталья Степанова говорит, что специально выбирала композицию попроще. Большинство учеников – пенсионеры из клуба «Активная жизнь». У старшего поколения, конечно, мотивация больше, и они с таким энтузиазмом всегда приходят, и они хотят научиться. Но, к сожалению, не у всех получается, конечно, потому что возраст уже сказывается, и руки не очень работают, но они очень стараются. Мария Петлишевская старается изо всех сил. Брошь собирается подарить внучке. В планах отметить всей семьей День Победы. Женщина впервые на подобном мастер-классе. Не ходила никогда, потому что работала. Работала до 60 лет. Покуда были силы, сейчас сил нету, начала ходить. Очень понравилось. Вот сегодня первый раз. Своими руками что не делается, все красиво, все приятно, все от души и от чистого сердца. Сделать брошь участникам мастер-класса помогают также волонтеры движения «Содружество» и сотрудники городской библиотеки. Светлана Мизина сегодня рекордсменка. Пришла, чтобы сделать сразу 4 георгиевских ленточки. Делаю для тех, кто не смогли прийти сюда. Значит, женщина уехала, очень хотела попасть, но необходимо к детям было уехать. Уехала, вот, меня попросила. Потом женщина, которая уже за 80, тоже попросила сделать. Клеевая масса из пистолета остывает быстро. Брошь можно сразу надеть. Покажите нам, что получилось у вас. Вот такая. Вот уже можно повесить. Нравится? Конечно, красиво. Большинство участников мастер-класса собираются надеть свои георгиевские ленточки 9 мая. Носить эти символы значит помнить о героизме, воинской доблести и славе защитников Отечества.